Гибель футбольных команд в авиакатастрофах. В 1949 году, 4 мая, итальянский футбол лишился некоторых из лучших своих футболистов. Самолет, на котором команда Торино возвращалась домой из Португалии, разбился о горный склон Суперги рядом с Турином. Погибло 18 футболистов, в том числе и ядро итальянской команды, капитаном которой был Валентино Мацола. Среди погибших были журналисты, официальные лица и английский тренер Лесли Ливси. К тому времени Торино 4 раза подряд становился чемпионом Италии, а в год трагедии шел на первом месте с отрывом в 4 очка от ближайших соперников. 6 февраля 1958 года самолет с футболистами Манчестер Юнайтед на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Мюнхена. Погибло 24 человека, в том числе 8 футболистов из легендарных малышей Басби, трое работников клуба и 8 журналистов. Манчестер Юнайтед возвращался домой после ответной четвертьфинальной игры Кубка Европейских чемпионов с белградским клубом Црвена Звезда. Эта встреча закончилась в ничью и позволила английскому клубу выйти в полуфинал Кубка Европейских чемпионов. В живых остался легендарный вратарь сборной Северной Ирландии Гарри Грег, который помог вытаскивать раненых футболистов из-под обломков самолета. Через полгода он восстановился от травмы и вновь занял место в воротах Манчестер Юнайтед. 16 июля 1960 года при приземлении в аэропорту Каструб города Эрисун на острове Амагер, Дания, вблизи Копенгагена потерпел катастрофу самолет со второй сборной Дании на борту. Погибли 8 футболистов. Эти игроки готовились к Олимпийскому футбольному турниру в Риме, несмотря на трагедию. Датский футбольный союз решил не отказываться от участия в Олимпиаде, где в итоге сборная выиграла серебряные медали. 3 апреля 1961 года команда южной зоны первого дивизиона чемпионата Чили Green Cross Santiago разбилась в полном составе в горном массиве Лас Ластимас в Кордильерах при возвращении из города Осорио, Чили. 24 человека погибло. 26 сентября 1969 года 19 игроков и руководителей клуба Стронгест, самой популярной команды Боливии, погибли в авиакатастрофе. Их самолет разбился в Андах, когда команда летела к себе на родину в город Ла-Пас. 31 декабря 1970 года команда Air Liquide Алжир, летевшая на товарищескую встречу в Испанию, погибла в авиакатастрофе в полном составе. 11 августа 1979 года 17 игроков и тренеров ташкентского клуба «Пахтакор» СССР погибли в авиакатастрофе. Когда Ту-134, в котором команда летела в Минск на очередной матч чемпионата СССР с минским «Динамо», столкнулся с другим Ту-134 на высоте 8400 метров. После этой трагедии команда в этом и нескольких последующих чемпионатах была усилена добровольцами из других клубов, а в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение 3 лет, включая чемпионат СССР 1979 года, независимо от результатов, «Пахтакор» сохранял место в высшей лиге советского футбола. Позже основной состав «Пахтакора» формировался из игроков дублирующего и даже юниорского состава. 8 декабря 1987 года погибли 43 человека. Игроки, руководители команды и болельщики Альянса погибли в авиакатастрофе, когда команда возвращалась домой после матча национального чемпионата. Самолет упал в море в 6 милях севернее столицы Перу. июня 1989 года голландские футболисты при посадке в аэропорту столицы Суринама Парамарибо разбился самолет рейсом из Амстердама. Среди погибших 23 голландских футболиста суринамского происхождения. По случайности среди пассажиров не оказалось Рууда Гулита и Франка Рейкаарда.
27 апреля 1993 года 18 футболистов сборной Замбии погибли в авиакатастрофе. Самолет, на котором команда летела на отборочный матч к чемпионату мира со сборной Сенегала, упал в море у берегов Габона. Ноября 2016 года игроки бразильского футбольного клуба летели самолетом Avroerja 85 из боливийского Санта-Крус-де-Ла-Сьерра в колумбийский Медельин, на борту которого находились члены бразильского футбольного клуба Шапекоэнсе и журналисты. Самолет разбился перед заходом на посадку на территории колумбийской провинции Антиокия, недалеко от реки Рионегро, вечером в понедельник 28 ноября в 22 часа 15 минут по местному времени. На борту лайнера находились 72 пассажира и 9 членов экипажа, выжили всего 6 человек. Погибла большая часть клубного состава, в том числе капитан команды Клибер Сантана, в полном составе погиб тренерский штаб клуба.